Послабление ограничений, несмотря на рост числа зараженных пациентов и опасения того, что пик пандемии еще не пройден, власти отменили некоторые запреты. Они сослались на экономическую необходимость. К работе разрешено вернуться предприятиям общественного питания, торгующим выпечкой и кондитерскими изделиями. Однако продавать продукцию они могут только на вынос. Кроме того, торговать горячими напитками и продовольствием разрешено автозаправкам. Но потреблять это покупатели могут только на улице. С 27 апреля открыты магазины розничной торговли промышленными и продовольственными товарами, за исключением коммерческих центров и рынков. Ограничения сняли при условии соблюдения всех мер безопасности. И хотя комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла некоторые запреты, глава Национального центра общественного здоровья Николай Фортуны недавно заявил, что пока расслабляться рано и по мере возможности нужно соблюдать режим самоизоляции. По его словам, снимать ограничения можно лишь через 14 дней инкубационного периода после пика пандемии, когда число заболевших пойдет на спад. Фортуна отмечает, что он ожидается в середине мая.